Кресус на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Играем мы за Хищника. Давайте смотрим, что у нас там. Так, метните его. Опытный охотник может поразить несколько целей одним броском. У меня диска пока нет. Так, получается, если я офицером шел отсюда туда, получается, хищником, я оттуда сюда иду в обратном порядке. Так, это ксеноморф. Полухищник, полу... Подождите, у меня тут еще пару зарядов осталось. Так, ладно. Заберем энергию. А надо было поверху как-то, да, идти? Для меня тут ни хрена нету. И жизни моей тоже на исходе. О. Так. У меня при помощи техники, да, что-то только... Посмотрим. Помогите!
Тихо. Блин. Вот так. Ага, подождите, у меня где-то тут были эти лекарства. Поправим. А где лекарства? Вот так вот. Это я тебя так раздел. Ага. А вот раненый этот, следы были, это типа как от меня, что ли? Да. Вот так, подправим здоровье. Подъемник включен. А мне что, туда надо? Ну, поехали. Запустить подъемник, чтобы добраться до диспетчерской. Прикрой меня, я обойду защиту. Противник на прицеле. Что там было? Было то, что вас раскидало. Тут ничего такого нет. На. Господи. Не понял, как мы. Вот так. Отряды Дельта и Эхо нашли улей. Хотят добраться до королевы. Я им не завидую. Мы должны были пойти туда и всыпать этой суке под первое число. Они типа знали, что ты сюда прешься. Прекрати скулить. Ну, ты урод, ну же, урод, давай! Ждем. Набери зарядку.
Оставайтесь там. Да. Подожди. Убил. Еще. На. Вот так. Это я рычу. Так, это вот он разбил здесь все. Это... Молодец. Это вот он. Матку убил. Ну давай. Оружие номер 3. А сюда ли мне? На, хрен тебе. Thank you.
Да стой ты. Куда надо идти? Разбить трубы, чтобы погасить пламя. Какие трубы разбить. Гаси ее, тварь-то. Они тут бесконечно будут. Пока ни хренашеньки не понимаю. Зажарился нахрен.
На! Блин. Так, куда мне? Я так чувствую, в ловушку попал. Разбей трубу, чтобы потушить огонь. А, вот так вот все надо было первоначально, все. Давай, давай, давай. Начать эвакуацию. Куда тут идти? Продолжить за хищника. Нахренеть. Тяжеловато, да, за него играть. На указатели прыжка загоните в угол будущей жертвы, перепрыгивая от одного к другому. Это очень сложно. Ага, десантник уже здесь прошел. И чужих тут переубивал. Это
что такое? Я их видел, конечно, но что они делают? Не знаю, что они делают. Вот здесь вот, вот десантник, пока все это было цело, он тут с хищниками воевал. Вот с хищниками, с чужими. Папа, подождите. Куда это я упал? Разбился нахрен. Все, теперь я понимаю, что можно умереть. Давайте для начала сюда. Что у нас здесь? Блок питания, хорошо. Хотя энергия у меня полная, ну ладно, мало ли. Что-то надо открывать, что ли? Ладно. А, дверь надо, чтобы дверь открылась. Все понятно. Где-то что-то сдвинулось. Так. На, опять открываем. Понятно. Все, открыл. Да ну только сдох нахрен. Открыл и сдох. Как сдох. Вот тебе и раз, вот тебе и два. На. Ну давай. Кругляшок. Какая-то штучка. А вы-то откуда знаете, что я здесь? Да. Так.
нормально. А, он кислотой в меня. Давай. Тоже мне крыш бундикам. Везде прыжками, блин, твою мать. Красавчик! Не то колючки, не то волосы, хрен пойми, чего у него там. Что, новый шлем одеваю? Что за это первая победа над ящерами одержимая. Эта маска позволит тебе видеть ящеров, стоящихся в темноте. Это настоящее сокровище. Так, микрокомпьютер, найди его. Прекрасно, все сварилось. О. Да. Он что-то быстро его. Загасил. На. Вот так.
Блин, показалось. Внимание, это запись. Все сотрудники Вейланд Ютани должны немедленно обратиться в лабораторию за дальнейшими указаниями. Люди, сигнал исходит из большого человеческого строения неподалеку. Сообщаю тебе координаты. О, мне к ней кто-то сообщает. А, ну да. Внимание, это запись. Все сотрудники Вейланд Ютани должны немедленно обратиться в лабораторию за дальнейшими указаниями. Давай, пополняем. А, я наверх пробрался, вот оно что. А я, кстати, когда внизу был, что за десанта, что это, не смотрел даже наверх, не знал, что здесь такая вот хренотень тоже есть. Твою мать! Охренеть! Давайте, сейчас они приползут. Вот так. Твою мать, то я-то почему должен вместе с ним лететь? Охренеть. Козлина, блин. На. Вот так. Вырвите я нахрен все сюда. Да подождите. На. Вот так. Подзаряжаемся нахрен. Внимание, это запись. Все сотрудники Вейланд Ютани
должны немедленно обратиться в лабораторию за дальнейшими указаниями. Так. Восстанавливаем. Сюда. Ага, с той -то стороны для меня-то, для человека было закрыто тогда. Так, это что у нас здесь? Тихо. Да твою мать. Этого хотел. Бежим, бежим. Твою мать, козёл. Из одного геморроида в другой. Твою мать.
падла. Где вы? Да. На. На. Убей эту тварь. Вот так. Мне куда надо? Где кто? На. Как-то я не так пошел, что ли? Вот так. Где-то что-то тут собрать можно. Вот. Соберите их все, получите награду. Мне толк от этой награды. На. Сильно прыгать. Где мне? На, тобой. Так, покинуть лабораторию и вернуть похищенные.
Так, а куда мне тут? О! Как кузнечик, мать его! Он преломляет свет. Ух ты. Что-то там есть, подождите. Что-то открыл где-то. Еще что-то. Блин, только для меня открывается, для людей это не открывалось. Отряд Сулу вызывает тыкву. Вижу правильно. Всем отбой. Вот он, здоровец. Я тебя вижу. Пусто! Что там было? Вот так. Вот он где! Где ты, где ты, где ты? Аптечки? Не снижаем бдительности. Аптечки возьмем. Так, ладно. Это своего рода хитман, да, там? Вот так, бесшумное убийство тебе. Где-то тут еще аптечки были, сейчас мы
Аптечки подберем. Подождите. Понятненько. Вот он, здоровяк. Охраняла еще. Ну, господи, это было спина. Так, возьмем черепа. Три выключателя помечены символом, чтобы открыть их. Да не расслабляйтесь, сидите дальше там. Вау, арена. Кстати, по-моему, спецназовцев тоже с этой стороны выходил посюда. Потом еще вот здесь, кстати, со спецназовцем, когда воевал, я-то его загасил. Твою мать, а, кстати, блин, бой же уже прошел, я уже здесь прошел спецназовца, все. Идем на арену. Только там я вроде всех уже убил, кто там остался там. Опа! Ай-яй-яй. Кто-то контролирует мой бой. Да тихо ты, ни хрена ты меня загасил-то. Ты еще призываешь? Так, спокойно. Где ты?
Дело в том, что я-то тебя не вижу пока. Я знаю, падла, что ты меня видишь. Давай подзарядимся. На. На. Он здесь также скакал, нахрен, нечистый. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!